Это замечательный проект, сделать классику живой абсолютно, потому что она такая и есть. Например, «Капитанская дочка» — это одна из самых удивительных книг, которые мы читаем в отрочестве, а потом многие читают ее всю жизнь. Потому что это и история любви, это и приключенческий роман, и это глубокая вещь, притом увлекательнейшая. И если ее сопроводить еще полезными материалами, выделить то, что это действительно история любви, кто такой Пугачев, как к нему относиться, Пугачев, которого мы можем встретить на улице, где угодно, это наша жизнь, это жизнь молодых людей. Издательство «Клевер» делает правильную вещь, представляет так русскую классику. Русскую классику как увлекательное, прекрасное чтение. Естественно, если ты понимаешь, о чем здесь речь идет, и что должно быть в книжке, тебе тихонечко тебе намекает, а это то-то, а это сё-то, это было тогда-то. И поэтому мне кажется, что представить так, как будто мы читаем не в школе, не из-под палки, а дома, кстати говоря, тайком от родителей и от школы, читаем взрослую книгу «Капитанская дочка» как свою любимую книжку. Мне кажется, что этому проекту нужно помогать, кто чем может, потому что вспомнить, как мы с удовольствием читаем сами и с каким трудом мы это проходим в школе, это нужно сделать обязательно.